Здравствуйте, друзья! Мы, едучи по хайвею номер один вдоль океана, попали на такие вот раскладки овощные, фруктово-овощные. Давайте посмотрим, что у нас к Новому году предлагают труженики села. Это, друзья, вот просто с того конца, где мы зашли, вот это по доллару, это просто такие мешки. Видите, вот бананчики, они уже так как бы поджелтели немножко. Вот такой мешочек стоит доллар. Давайте я так покажу. Вот, вот мешок бананов стоит доллар. Да. Здоровья надо много или семью большую. Но так, тем не менее. Вот. Пожалуйста. Виноград, киви. Так. Грейпфруты 10 за доллар. Вот эти грейпфруты, друзья, вот они, вот чтобы не говорили, что я вас обманул. 10 за доллар. Вот они. Хорошо. Дынька за доллар. Тут что-то я ценника не вижу. Так. Вот всякие корнеплоды. Я не знаю, вам это говорит, что-то ямс такая штука. Вот, вот они. 79 центов. Это sweet potato. Так. Да. Написано, что это картошка, но это явно не картошка. Так, вот этот ямс. Давайте я повернусь на другую сторону. Вот мы повернулись на другую сторону. Тут картошечка. Вот видите, такой мешок стоит $1.89. Это похоже на арбузы, честно так. Я даже затрудняюсь сказать. Да. Неужели арбуз такой? Да. Так, авокадо. 4 штуки за $5. Так. Скваш. Пожалуйста. 69 цен. Да. Вы знаете что? Вот тут написано, что это какая-то чилакайотка. Я даже не знаю. А я сказал, что арбуз. Так. Да. Авокадо 5 на доллар. Вот это небольшие такие. Мандаринчики мешками. Да. Гранаты. 4 граната за $5. Большие, хорошие. Дыньки 2 за $3. Мама родная. Да. Что-то тут грейпфруты без ценника. А вот написано, что это апельсины. Это даже не мандарины, друзья. Это маленькие апельсинчики. $3 за мешок. 5 фунтов. Так я понимаю. Ананасы. 2,99 за штучку. Так. Опять грейпфруты, опять без ценника. Папайя. $1.29. Чесночок. $4 за фунт. Какой-то он вида не имеет. Я не знаю, что тут. Странно это. Клубничка, друзья. Клубничка. Всем нам знакомая. 3 корзинки за $11. Вот такая коробочка. Такая коробочка. $11. А одна коробочка $4, вот они тут стоят. Червешня по 6,5,99. Okay. Лимончики, они небольшие здесь, 4 на доллар. Яблоки Фуджи, $1.29. Да, это такие большие мандаринища. По $2. Так, маленькие лимончики 7 на доллар. А те были 4. А такое ощущение, что за размер. Ну ладно. Груши. $1.50 на фунт. Другие груши. А цена такая. Да. Еще лимончики.
Так, Света, что это? Это высушенный чеснок. Боже, почем вещь? Ну-ка. Сильно пахнет, очень сильно. 3,49. Да. Так, хорошо, машина так моя не это, не пропахла. Орешки грецкие. Там они почищены. Да. Так. Тут довольно скромно. Я не хочу сказать, что это какие-то обалденные раскладки. Но... Нет органического. Правда? Сегодняшнем... Но ты знаешь, все-таки вот 10 там, допустим, апельсинов там, например, за доллар, все-таки в этом что-то есть. Но дело же не в этом. Сегодня уже все хотят органического. Тут ничего не органического. Ага. Понятно. Орехи, семечки. И всяк такая расфасованная суета. Маслица оливковая. Ну, в общем, достаточно стандартный набор для такого, как сказать, мексиканско-американского такого магазинчика. Вот видишь, тут такие, ну, как бы цукаты, что ли. Сушеные яблочки. Ну и любители пожевать, для них есть пожевать. Честно говоря, я думаю, что это очень вредно для здоровья, наверное, такая дрянь. Как ты думаешь, что это? Что скажешь вот про эти жевалки? Эти я не люблю, я те люблю. Да ты что? Вот такие ты любишь. Да. Они вкусные. А у них потом язык цветной. Это не важно, но вот это. Хочешь взять? Можно. Ну возьми это. Ну, не бери.